В этом году Актобе отметит 155-летие, и в год очередного юбилея областного центра уже начали проводиться различные мероприятия. Так состоялась церемония награждения многодетных матерей подвесками Алтын и Кумыс-Алка. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Получение подвесок является традиционным мероприятием. В этом году этой честью удостоились 20 многодетных матерей, 5 из них подвесками Алтын-Алка и 15 Кумыс-Алка. Согласно указу президента Республики Казахстан, 5 матерям будет предоставлена подвеска Алтын-Алка. Это матери, родившиеся 7 и более детей. Также 15 матерям будет вручаться Кумыс-Алка. Они матеря, родившиеся 6 детей. 2-3 месяца тому назад они все документы предоставили согласно законодательству Республики Казахстан, и мы сдали документы. Указ вышел, и, соответственно, сегодня официально будем предоставлять данные награждения. Одна из тех, кто была удостоена подвески Кумыс-Алка, Жанна Кударова. 37-летняя женщина, мать 6 детей, 5 из них девочки. Актюбинка поделилась своим опытом воспитания детей в большой и дружной семье. Вы знаете, как нужно воспитывать детей? Стараемся идти в ногу со временем, но в то же время вспоминаем, как нас воспитали наши родители, и стараемся дальше им, то есть, дать те знания, которые нам давали, и учить тому, что нас, чему нас учили. Ну, доброму, чтобы к людям относиться как бы по-доброму, пример, чтобы подавали, чтобы везде были первыми, не огорчали родителей. Ну, как бы, в то же время были детьми. Также в ходе мероприятия для многодетных мам была организована концертная программа с участием детей. Шасан Жалпаков, Самат Каликенов, телеканал Актобе.